Преподобный Поликарп был в миру князем Петром Ивановичем Борятинским, потомком святого Михаила, князя Черниговского. Главным делом его жизни была защита русских земель от вражеских завоеваний. Князь Борятинский был славным воеводой во многих городах, участвовал в походах против шведов. В 1580 году, будучи воеводою в Холму, он был пленен литовцами, но успешно спасся и вновь заступил на охрану пределов Руси-матушки. Ныне нам неведомо, что для Петра Борятинского, грозного, отважного и заслуженного воина, послужило причиной сменить меч на рясу и молитвенник. Но через несколько лет он решил оставить мир и, перейдя из Тюмени в Брянск, принял постриг с именем Поликарп. Преподобный на собственные средства устроил иноческую обитель в честь Преображения Господня и стал в ней первым настоятелем. Многочисленные дела монастыря святой Поликарп успешно совмещал с личными подвигами. Братья его чтило как великого молитвенника и сурового подвижника. Скончался преподобный в стенах своей родной обители около 1621 года. Там же и был погребен. Седьмое марта. День памяти преподобного Поликарпа Брянского.